так же, как у большинства здесь собравшихся, мне неизвестны мои генетические корни, к сожалению. Вот, обращаться к специалистам из США тоже мало интересно для меня, потому что неизвестно, что они мне там напишут, и в лучшем случае основателем династии будет медведь. Это самый лучший вариант. Вот что мне достоверно известно из архивных документов, это то, что все мои предки с первой половины 16 века, 17 века жили на территории сегодняшней Тверской губернии, Тверской области, и работали на селе, были крестьянами. Думаю, так же, как у подавляющего большинства здесь присутствующих. У подавляющего большинства. И поэтому нам не безразлично с вами, что происходит на селе, как там люди живут. Но не только поэтому. Здесь наверняка мы все понимаем, что в сегодняшней жизни нашей страны самочувствие сельскохозяйственного производства как экономической категории, самочувствие людей, исходя из социальных условий проживания, чрезвычайно важно для страны в целом. Чрезвычайно важно.